Итак, ярко, весело и задорно началась торжественная церемония открытия выставки «Брещина культурная», приуроченная к Международному дню городов, который отмечается 31 октября. В фойе гостиницы «Интурист» собрались талантливые художники. Они представили свои восхитительные работы на суд зрителей. Выставка посвящена Международному дню городов. Есть такой интересный праздник и году исторической памяти. Праздник очень важный и актуальный. Судя по тому, что происходит в мире, все мы знаем, какие события происходят за рубежом. И этот праздник, он, конечно, актуален тем, что он призван объединить нацию. Этот праздник, он напоминание нам, всем живым, через какие трудности мы прошли. Мы помним павших воинов, мы не должны забывать, какой ценой досталась нам победа. Благодаря этим людям мы сегодня живы и можем заниматься разной деятельностью для блага нашего государства. В данной выставке мы выставили аж 84 произведения брестских художников, причем разных направленностей, тем, техник и подходов. В выставке участвуют не только профессиональные художники, а учитывая формат нашей организации «Battle», также принимают участие молодые художники и начинающие художники. Осень. Невозможно не писать об этой восхитительной поре года, когда с деревьев впадают листья и весь лес словно одевается в прекрасный золотой наряд. Картины художников действительно поражают своей глубиной и разнообразием тематики. На полотнах мастеров кисти можно увидеть все краски завораживающей осени, городские пейзажи, а также снежную зиму. Природа вдохновляет творца на создание шедевров, и из-под его легкой руки выходят изумительные произведения. Решила, конечно, поучаствовать в этом осеннем нашем вернисаже. Сейчас такая золотая пора, золотая осень. И на выставку предоставила свои 4 свежих работы осенних пейзажей. Пора просто вдохновляет сейчас. Осенние краски невозможно художнику не писать. И поэтому вот на холст выходят вот такие работы. Однако не все картины посвящены природе. Зрителю есть над чем поразмышлять. Ведь за некоторыми из полотен скрывается глубокий философский смысл. Одним из таких шедевров является картина «Сквозь стену», написанная талантливой художницей Мариной Волковой. Мастер творит на различные темы, пишет в стиле анималистики, создает на холсте разнообразные пейзажи. Однако эта картина отличается от остальных глубиной изображаемого. Эта работа называется «Сквозь стену», это работа интерьерная. Вы знаете, я ее писала под музыку Pink Floyd. Стена, на самом деле, это не просто кирпичи, вы там видите, есть ключ и замочек. Картина достаточно философская. О чем она говорит? Что иногда мы смотрим и видим стену, и не замечаем, что рядом висит ключ, и есть замочная скважина, которую достаточно легко открыть. И что там прячется? Возможно, у кого-то любовь, у кого-то счастье, да? А у кого-то совершенно новый мир. Выставка – это реальная возможность показать свое творчество, свои возможности, ну и встретиться со своим зрителем, потому что, что греха таить, мы сейчас все выставляемся в соцсетях, да, даже образовываются какие-то поклонники, поэтому я с радостью с ними встречаюсь. Организаторы вернисажа продумали все до мелочей, поэтому в каждой из картин зритель увидел что-то свое, и никто в этот вечер не ушел без хорошего настроения, которое подарили всем прекрасные исполнители и музыканты. Почетным гостем мероприятия стала Лариса Мурашева, жена генерального консула Российской Федерации в Бресте, которая в своем обращении к публике поздравила всех с открытием художественной выставки. Я хочу поздравить нас всех с еще одной замечательной выставкой и поблагодарить Тиграна и его команду за замечательный праздник, который они нам сегодня подарили. А для того, чтобы в полной мере ощутить всю красоту этих шедевров, необходимо интуитивно прочувствовать каждую картину, проникнуться ее прелестью. Наталья Хомич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.